Я бесконечно рад присутствовать на этом мероприятии. Хочу передать слова самые лучшие, самые теплые от мэра города Эдуарда Гурвица, от городского совета. И, конечно, открытие этой школы – это еще один бриллиант в нашем городе. И мне хотелось бы сказать, что мы продолжаем славные традиции Одессы. Я уверен, что эти молодые ребята, которые начинают заниматься этим видом спорта, уже овладели им, продолжают традиции Черноморского морского пароходства. И мы снова возродимся как морская держава. Хочу пожелать всего самого лучшего, здоровья, счастья. Мне очень приятно, что молодые моряки сегодня вместе с нами. И хочу, чтобы, конечно, эта школа стала знаменитой на весь мир. С экипажем, который свое дело знает, судно лишний узел прибавляет, так говорят моряки. Счастья, удачи, всего самого лучшего. Уважаемые гости, организаторы, дорогие спортсмены, вы знаете, я думаю, каждый из вас согласится с тем, что белый парус – это тот символ, который неразделим с образом и имиджем города Одессы. И те инициаторы, те люди, которые на своих плечах вынесли этот спорт, те люди, которые однажды, влюбившись в море, дали возможность сегодня влюбляться в яхтспорт молодому поколению, сделали большое дело. Поэтому я от имени председателя Одесской областной государственной администрации Матвейчука Эдуарда Леонидовича выражаю искреннюю признательность и благодарность Пугачеву Сергею Александровичу, председателю Совета директоров компании «Трансбуркер», за его силы, за его инициативу, за то, что он подарил нашему городу такую прекрасную детскую школу. Я желаю, чтобы попутный ветер наполнял эти белые паруса и нес не только эти яхты, но и тех молодых ребят, которые будут в них, от любого старта, жизненного старта, спортивного старта, только в победе. Спасибо большое, я желаю вам учиться здесь, получать удовольствие. Ну и мы ждем от вас только первые кубки на мировых состязаниях. Спасибо большое. Я хотел бы сказать молодым спортсменам, помните и тех, я имею в виду Сергея Александровича Пугачева, и самое главное, смелых представителей городских властей, которые в Одессе, чуть не впервые на моей долгой памяти, умудрились из такого замечательного места создать совместный частный и одновременно общественный проект. Я хотел бы, чтобы каждый из вас начал здесь свою морскую жизнь и пронес это счастливое детство до самого конца своей жизни. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые друзья и уважаемые смены. Я хочу передать привет от министра транспорта Украины и от руководства Государственной администрации морского и речного транспорта. Хочется пожелать вам и напомнить, что путь в большое море начинается именно с марин, с маленьких лодочек и с маленьких парусов. Но впереди всегда большие горизонты. Поздравляю вас с новой школой. Удачи вам. Я хочу поклониться низко в ноги всем тем, кто принимал участие в строительстве этой школы, кто выстрадал все тяготы и лишения, кто шел против течения, и тем не менее эта школа стоит. Построена она была всего лишь за один год, а 5 лет мы собирались. Вот. Но обычно говорят, нет жизни без друзей, нет жизни без врагов. Поэтому большое им всем спасибо. Вот. Хочу поблагодарить вас всех за это и пожелать вам как можно больших успехов, чтобы эта школа развивалась. В Монте-Карло нет такой школы. Вот. Поблагодарить всех тех людей, которые поверили в вас всех. Поблагодарить городское руководство, областное, украинское, за то, что они помогут в дальнейшем этой школе, чтобы она развивалась. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, мы много лет шли к тому, чтобы у нас была хорошая школа. Она у нас была хорошая, но мы не имели ни хорошего здания, ни относительно хорошего флота, хотя результаты нашей школы были вплоть до Олимпиад. Я надеюсь, что прошедшее поколение, которое воспитывали в этой школе, оставили свой след в парусном спорте, и вы будете стремиться к достижению таких же результатов. Желаю вам успеха. Уважаемые дети, школа, которую построили благодаря инвестициям, это, можно сказать, те инвестиции, которые вложены в детей. Инвестиции, вложенные в детей, ну, инвестиции, которые не поддаются ни экономическим кризисом, не политическим, это вы, а вы должны выдать уже свои проценты в виде результатов
для клуба, для страны, для нашего города. Вперед! Все учащиеся застрахованы от несчастного случая на время проведения школьных занятий на воде. С лимитом ответственности 10 тысяч гривен на человека. Здравия. Итак, вот она, замечательная бутылка из-под одесского шампанского. Сейчас мы попросим капитана Врунгеля опустить туда наше письмо, уже подписанное всеми высокими гостями. Ну а после открытия школы мы все вместе, и гости, и дети, выйдем в море и отправим письмо по-морскому, как полагается. Договорились, ребята? Договорились, отлично. Не слышу дружного «да». Договорились? Да! Молодцы! И сейчас директор Черноморского яхт-клуба, заслуженный тренер Украины Сергей Котов и директор детской парусной школы Анатолий Яблоновский торжественно наградят победителей с помощью капитана Врунгеля, разумеется. Экипаж Виталия Романько и Игоря Саватеева. Третье место. Ваши удачные смены, друзья. Ну и, конечно, на счастье пожать руку капитану Врунгелю. Это символично. Второе место. Экипаж Георгия Емельянова и Константина Гури. Приветствую. Первое место в этом классе. Братья Николай и Егор Дмитриевы. Приветствуйте победителей в классе кадет до 17 лет. Поздравляю! В классе яхт «Лейзер 4.7» третье место занял Александр Малецкий. Ваши аплодисменты, Александру. Второе место в этом классе – Георгий Пачес. Аплодисменты Георгию. И победитель в этом классе – Борис Домбровский. Ваши аплодисменты победителю. Класс яхт «Лейзер 4.7». И, наконец, в классе яхт «Оптимист» до 15 лет. Третье место у Никиты Буштяна. Ваши аплодисменты, Никите! Второе место Владислав Чарушин. Приветствуйте! И, наконец, первое место Александру Втюрию. Ваши аплодисменты. Вы так изменились, Александр, после этого. Я так понимаю, что вы имеете непосредственное отношение к победителю, к Александру. Поздравляем вас, друзья. Аплодисменты маме. Рожайте нам еще яхтсменов.